Концерт «И помнит мир спасенный» в честь 70-летия Великой Победы прошел сегодня в Краевой филармонии. Участие в празднике принял губернатор Виктор Томенко. Он вручил региональные государственные награды участнику Великой Отечественной войны Григорию Зворыгину из Барнаула и труженику тыла Степану Музыченко из Новоалтайска. Это медали за заслуги перед обществом, за патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Глава региона обратился со сцены к главным героям праздника – ветеранам Великой Отечественной войны. Для всех, для каждого из нас именно вы – это олицетворение преданности своей родине, самоотверженного труда, высокий нравственный ориентир. Прошло уже почти 8 десятилетий с того времени, как закончилась Великая Отечественная война. Действительно, наверное, память из памяти, время стирает, наверное, многое. Но есть имена, люди, события и даты, забыть которые мы просто не имеем права ради будущего наших детей, ради будущего всей нашей страны. Член Союза писателей России Алексей Кобелев получил орден за заслуги перед Алтайским краем за активное участие в ветеранском движении и успехи в литературном творчестве. Получая награду, я говорю спасибо, благодарен, и я служу России, служу Алтайскому краю и буду служить. Благодарности получили участники Российского военно-исторического общества, движений «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк». Поздравили участников праздника коллективы Государственной филармонии края «Огоньки», «Вечерки» и мужской вокальный ансамбль.